Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? I get so for life. Акт пятый. Начинаем его проходить, раз все прочее уже пройдено. Роща Тенглвайн. Ока. Продолжение сюжета тут есть. Когда солдаты империи ворвались в цитадель Серафим, было украдено немало бесценных реликвий. Однако ни одна из них не могла сравниться с тобой, с той, что случайно попалась на глаза предводительницы Гриммока. Серафим, которые с трудом пытались оправиться от набега, предложили искателям ключей большую награду за ее возвращение. Тут сестренка нахуй меня всю запись портит на своими кривляниями. Предводительница бежала в джунгли на севере. Про это место говорили, что оно исполнено безумием. Считалось, что джунгли прокляты, и любой, кто проведет там достаточно времени, потеряет рассудок. Не желая отказаться от награды, искатели приключений приняли задание и отправились на встречу неизвестности, чтобы в последний раз сразиться со старой знакомой. Ну все, наконец-то я до этой мамани доберусь. Буду ее бить. Ой, отвлекает тут всякий. Ладно, начинаю. Опять это бревно. Вот не люблю я это бревно. Так, ладно. Сами себя подбили, молодцы, так держать. Ай-яй-яй. Хорошо, я теперь успел. Ну и меня тоже побили. Так, этого тоже добил. Ой-ё, эти летуны появились. Вот как же они меня бесят, а. Их вообще неудобно бить. Блять. Зараза. Еще какие-то появились. А, зараза, ты где? Блин, я опять себя потерял. Зараза. Не трогайте меня. Все, последний остался. Окей. Все, добил я их. О. Так. Ладно, вот это возьмем все-таки. Урона, конечно, магия не наносит, но тоже неплохо. Ящичек. И кушанье. Блин, все-таки может вернуть, а? Этот огнем урон наносит. О, нет, не буду. Давай, убивайся, не вставайте. Не вставайте вы, заразы такие. Ну почему так трудно не вставать, а? Лежали бы себе, отдыхали. Я же о них забочусь, а. Так, лежите, отдыхайте. Эй, тут кто-то есть?
кто тут сейчас вылезет? Монстрячий какой-то. Ай, меня уронили. Ах ты, меня уроняют. Так, один этот есть. Теперь вот этих тоже. Все, добил. И все-таки, что это за кристаллы такие? Не пойму нифига. И что я должен? А, наверх, потому что. Да ё-моё, запрыгивает наконец. Ух, оба. А вот тут мне никуда не сдвинуться. Откуда они берутся? Блять. Так. Одного добил. Кто тут еще выскочит? Тут, блин, больше времени тратишь не на то, чтобы их добить, а на то, чтобы догнать их. Ну. Да что ты? Все, наконец-то их добил. Я уж думал, не это, замучаюсь их добивать. О, что-то есть. Ну ладно.
Кто там храпит, а? Ах ты ж. На нафиг. Прервали комбо мое. Ой, это что такое вообще сейчас я делал, а? Что, погоди, еще раз надо попробовать. О, а я такого и не знал. Я не знал, что я так умею. Ладно, еще разок так. Эй, зараза. Я экспериментировал. Столько здоровья потратил на одни эксперименты. Все. Прошел. Это еще кто там, кого подвесили? Ой, меня сейчас чуть-чуть было не убили меня. Их слишком много, по-моему. Блять, они еще лезут, я думал уже все. Ах ты ж, зараза. Да что ты будешь делать? Да ёп. Селим-мопсиля. Чё-то они это, уж больно жестко меня калашматит. Но уже который раз за это, за этот уровень трачу зелье здоровья.
Это меня уже напрягает, честно говоря. А, все, ну наконец-то. Я уже думал, замучаюсь их убивать. Хотя я так уже поднадоело, честно говоря. И что я должен сделать? Я не понял. А-а-а. Еще ниже. Твою мать. А я-то думал, куда мне идти? Хотя бы стрелочкой показывали, чтобы время зря не тратить. Оба, это еще кто? Ай-яй-яй. Блять, сейчас опять замучаюсь так подпалить. Сейчас был. Так, вот это сейчас воскреснет, я так полагаю. Да, он воскрес. Блядь. И меня подожгли. Давай, добивай его. Все, добил. И заодно уровень получил. Нормально. И вроде как прошли, да? Да, мы прошли. Поднимем мы атаку. То чё, то чую, мне атаки мало.